Друзья, всем привет! Сегодня хочу представить вам нашего нового партнера-работодателя, и это компания LPP. LPP – компания, которая является одной из самых динамично развивающихся компаний по производству одежды в регионе Центральной и Восточной Европы. Требуются сотрудники на складские работы. Это мужчины, женщины, а также семейные пары до 55 лет. В обязанности сотрудника склада будет входить комплектация заказов, например, нужно собрать 10 футболок, 5 пар штанов и 2 рубашки по спискам. Затем их упаковать по коробкам в готовые заказы и сортировка одежды по размерам и видам товаров. Мужчины также будут заниматься другими складскими работами, которые будет им давать и озвучивать координатор. Кстати, здесь не требуется знание польского языка, потому что все координаторы говорят по-русски. Также к опыту работы требования нет. График работы в 2 смены по 12 часов, в зависимости от того, как вы захотите работать, в ночную или дневную смену. Также либо 5, либо 6 дней в неделю. Работа постоянная и не сезонная. Заработная плата около 1000 евро, но ее можно повышать за счет премий за выработку, за эффективность. Также есть надбавки, если вы выходите дополнительные часы, либо если вы выходите на работу в праздничные, выходные дни, это также идет надбавка к заработной плате. Проживание за счет работодателя нужно будет оплачивать 140 злотых в месяц за коммунальные услуги. В комнате от 2 до 4 человек и семейным парам предоставляются отдельные комнаты. Предоставляются также карточки на обеды за 60 всего лишь злотых в месяц. А если вы выходите в ночные смены, то кормят бесплатно. Доезд до работы также осуществляется за счет работодателя. Оформление официальное, выплачивается вся заработная плата, все премии и выплаты дополнительно на карту сотрудника. Также обеспечивается медицинская страховка и все выплаты по налогам в налоговые органы Польши. Место работы – это город Прущ-Гданьский. Это 10 километров от Гданьска.